хорошая музыка, немножко там пошмеля какого-то, да? Друзья мои, ну, во-первых, я поздравляю вас с днем города, да? Вот, и, во-вторых, я приехал сюда сегодня не один, со мной приехал мой помощник, зовут, его еще не зовут, он сам за мной сюда ходит. Что вы со мной сюда ходите? Иди, ты, Сергей. Ну что, сердце ваше пилька. Обнимемся, друзья мои, кстати. Да. Кстати, это мысль. Это очень хорошая мысль. Снять меня? Ну зачем вас? Снять хороший на... Я бы сказал даже не фильм, а сериал. Сериал. Вот, надо по штабе работать, друг. Вот, и поэтому, слушайте, я предлагаю, что у нас со светом, в глаз все время мне бьет. Не могли бы там включить свет, ну, полностью, дальше, люди, ну вот, видно, что люди, ну, все, друзья мои, мы сейчас проведем кастинг прямо среди зрительского зала, да? На новый фильм. На новый фильм. Будем, друзья мои, кто-то хотел бы сняться. У великого, ну это ваши слова, ну что вы вообще, что вы там себя хвалите, а? У великого режиссера, народного артиста, СССР, героя. Друзья мои, помнят, что народный. А ну, поднимите руки те, я смотрю, лес рук, где все смотрят. Все хотят, и хотят сниматься в сериалах, да? А кто? Слушайте, ну, нам нужно... Вот, появляется! Слушайте, ну, давайте, и, может быть, еще бы вам далеко забираться сюда. Ну, друзья мои... Добрый вечер! Я сразу же вас узнал, ведь почем, правильно, да? Это вы, да, Фёдор Федорович Шлагер говорил, да? Точно она! Фёдор Федорович, правильно, сами говорю? Выходите! Будем сниматься в фильмах сегодня, друзья мои! Давайте, веселее! Так, аплодируем нашу фильму! Слушай, а камера у нас есть камера, да? Да, а может у нас крупный план, это когда снять, что настоящий фильм, да? Собственно говоря. Можете снять на свете, вот, представитель, как вас зовут? Марья Ивановна. Марья Ивановна! Слушайте, как хорошо. Смотрите сюда, смотрите с ним, у него крупный план. Будете играть у нас... Что же будете играть у нас? Будете играть... Марья Ивановна. Марья Ивановна, это понятно, да. Фильм будет у нас, значит, о чем? День города, да? Многосерийный телесериал. Я иду шагать в Москве. Подождите, мысль. Многосерийный убийца. Марья Ивановна, жертвы когда-нибудь были, нет? Да. Первая жертва Марья Ивановна. Слушайте, теперь надо убийцу найти, самое главное. Самое главное, я вижу здесь, сколько зверских лиц, а? Первый шип просто, что есть здесь. Все, он уже начал убивать режиссера, друзья мои, ну это можно. Выходим. Он уже начал убивать. Скажите, а как вас зовут? Юрий Викторович. Юрий Викторович, снимались много, да? Все. Поаплодируем! У нас есть жертвы и серийные. Давайте вот так вот на камеру сейчас попробуем, Сергей Викторович, попробуем сделать такой суровый взгляд на камеру. Суровый, чтобы всем здесь окружающим стало страшно. Ну что вы так тужитесь, вы же не смотрите, просто чтобы страшно было. Вот что все, вы друзья смеются, чего? Ой, мама! Все хорошо, хорошо. Идеально! Очень даже идеально. Вот у нас есть жертва, Марья Ивановна, да? Давайте попробуем ее тоже задействовать как-то, да? Жалко убивать. Вы главное, не беспокойтесь, кино убивает по дорожке. Снят только по-настоящему. А убивает по дорожке. Другие. Что? Да. Ну, давайте попробуем вам дать какой-нибудь текст. Текст нужен.
Молилась ли ты на ночь, Мария Ивановна? И сейчас так это по-настрее. Молилась ли ты на ночь, Мария Ивановна? Школа МХАТовская, детей! Надо брать! Надо брать! Это действительно нужно брать. Молились ли? Конечно, друг мой. Вам не шапить, а вы так спокойно. Вы даже нисколько не боитесь его. Я тебя уже убийца, посмотрите, он такой волосатый, такой страшный. Давайте вам тоже текстик возьмем. Что обычно потерпевшие кричат, когда их там насилуют, убивают? Потерпела. Еще. Действительно, да. Действительно, Мария Ивановна. Ей понравилось. Вам нужно еще. Убивать, убивать, для вас сколько, да. Потом начнем. Помолиться, да. И без Бога, Мария Ивановна, я же говорю, имя очень сложное, друзья мои. Очень сложное имя. Так, давайте еще раз попробуем. Давай, пожалуйста, что ей-то делать? Давайте вы тогда кричите, помогите, насилуют, кричим. Тренируемся. Начинай. А уже? Слушай, мы, по-моему, пойдем отсюда. Они уже начали, друзья, поаплодируем, поддержим наших участников. Спокойно. Товарищи, да. На камеру работать, на камеру. Ну что ж, я вижу, что у нас получается комедия, друзья мои. Это не убийство, это комедия, это убийственная комедия. Ну что ж, собираем вещи, желательно теплые. Завтра на Киевском вокзале. Вот, 6 утра, пожалуйста. Можно на белорусском? На каком лучше подойти? На татарском, да? Можно. На каком лучше? На татарском. На татарском, там лучше не будет. Слушай, а у нас есть какая-то такая веселенькая музыка? Ну что вы сказали? Для комедии! Фильм у нас здесь! Вот! Пойдет!